И знаете, я смотрел одно короткое видео по Ютубу, и один солдат, на чью голову попала бомба. И он был с друзьями, и он говорит, что я увидел, как мои друзья радостно ушли, а я остался у Иисуса. И он сказал: «Иисус, я вырос без отца. Мои дети тоже вырастут без отца». И Иисус сказал: «Ты никогда не был один. Ты никогда не был один. Я всегда был рядом с тобой». И это настолько сильно было, когда я посмотрел это видео, я понял, о чем Господь хочет сказать. И знаете, у нас был лагерь, молодежный лагерь, и во время в эти дни Господь показал мне одно место Писания, что Петр не был один, и ученики не были одним. И потом я увидел это видео, где Иисус этому солдату сказал, что «Ты не был один, я всегда был рядом с тобой». Я начал молиться об этом, и после 2-3 дней молитвы Господь мне показал, о чем мы будем говорить. Мы будем говорить об оставленности, о том, когда мы покинуты, когда мы обижены. Когда пастор Гор был здесь, он сказал: «Мы очень часто работаем с плодами и не видим корни». И поэтому я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели глубже. Мы будем заходить глубже, где начинается, и оттуда мы будем отрезать, чтобы нам ничего больше не помешало. Когда пастор Гор Маркарян был здесь, он проповедовал и рассказывал, что у него было дерево в саду, и на дерево было очень много муравьев, и он отрезал, из корней снял это дерево, и вырвал дерево, и выкинул. И потом он узнал у специалистов, что не надо было это дерево вырывать из корней, можно было просто лекарствами его вылечить. И остальные деревья, они так вылечили. И он говорит, что очень сложно было это дерево вырывать с корнями. И сегодня мы то дерево, которое не растет, и больное, мы его из корней вырвем, а которое надо излечить, мы вылечим. А то дерево, которое надо уничтожить, мы уничтожим. Так что готовься, и все скажут «Амен». Слава, слава всемогущему Богу. Давайте посмотрим притчи. Притчи 18:20. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры подобны запорам замка». Озлобившийся брат неприступнее крепкого города. Я хочу, чтобы мы посмотрели на неприступный город. Примерно озлобившийся брат похож на этот город. Очень недоступный и очень сложно до него дойти. Если двери закрыты, очень сложно их открыть и зайти в его сердце и помочь ему. Когда человек обижен, он закрыт для всего города. И самое обидное то, что ты не можешь зайти, не можешь помочь ему. И самое плохое то, что он тоже не хочет открывать двери, чтобы ты ему помог. Я хочу, чтобы мы поняли, как дьявол действует, как дьявол пробует нас отделить, как пробует нас пробует закрывать двери нашего города, чтобы мы не могли никак помочь людям и дойти до них. Очень важно, чтобы мы осознавали и понимали то, что когда мы в мире, мы находимся в законе мирском, и мы там действуем, как они. Если один скажет, я два скажу, так ему его поставлю на место, что он даже потеряется. Мы так настроены, правда? Но когда приходим в церковь, мы понимаем, что мы в семье, и мы не можем так действовать, и мы открыты для других. И случайно кто-то нас оскорбил, и вдруг нас кто-то неправильно понял, и вдруг ты получил пощечину, и ты этого не ждал, и ты не ожидал, что кто-то тебя не поймет, что не все будут думать, как ты, и ты думал, что все думают так же, как ты. А если кто-то думает не так, как ты, ты не понимаешь, что произошло, что-то не так, как это могло быть, как это могло произойти.
Я должен был это сделать, но мне не сказали. И здесь начинается борьба. И здесь начинает дьявол внутри тебя действовать. И мысль мысли, дело в деле. И камень о камень. И ты понимаешь, что вместо того, чтобы чем дальше ты вышел из этой ситуации, это как болото тебя ведет вниз все дальше и дальше. И сегодня мы будем искать вопрос на ответы. И мы разрешим сегодня, чтобы Дух Святой действовал в наших мыслях, в наших сердцах и поднял на нас на новый уровень, чтобы поднял нас над болотом и поставил на сухое, хорошее место. И чтобы Иисус сказал, ты здесь никогда не был один, и ты здесь никогда не пойдешь назад, и здесь, ты здесь не утонешь. Ты здесь в том месте находишься, где Господь поднимает. Ты здесь в том месте, где Господь исцеляет твои раны, где поможет тебя, где тебе скажет, я приду, если даже у него будет долг, я за него заплачу. Это сделал Иисус Христос ради нас с тобой. Он сделал наш Отец ради нас с тобой. Если ты со мной согласен, скажи «Амен». Слава всемогущему Богу! Я несколько мест отделил. И знаете, я в молитве слышал это слово и писал то, что понимал, то, что Господь мне дал. Хочу прочитать. «Покинутость тебя держит в грусти». Очень часто мы покинутыми себя ощущаем, оставленными, и чувствуем себя в грусти и в одиночестве. А Библия говорит, радуйся, еще раз тебе говорю, радуйся. Мы никогда не хотим, чтобы наши дети грустили, тем более наш Господь. Мы хотим, чтобы наши дети всегда были радостными. Если ты грустишь каждое время, конечно, если что-то случилось, это нормально. Но если ты все время замечаешь за собой, что ты грустишь и какой-то подавленный, это означает, что с тобой кто-то работает. Здесь надо решить вопросы. Здесь надо искать Слово Божие, потому что Слово Божие говорит «радуйся», еще раз говорю «радуйся». И это война, где ты должен завоевать и взять свою радость в Божьем присутствии, зайти в Его присутствие и наслаждаться Его присутствием, и чтобы эта грусть и тоска уходила из твоей жизни. Дьявол всегда пытается тебя отделить, и очень просто отдельную ветвь сломать, но когда очень много ветвей вместе, их сложнее сломать. И я всегда говорю, когда одна ветвь горит, его очень просто сдуть, и чтобы этот огонь угас, но когда очень много ветвей горит, этот огонь невозможно быстро затушить. И поэтому дьявол пытается всегда тебя отделить. Ладно, сегодня оставайся дома. Ты пошел в церковь, ладно, иди сзади, садись, и не надо ни с кем общаться, и это проблема. Поэтому Иисус Христос сказал, когда вы вместе соберетесь, когда не оставляете свои собрания, и это очень важно, чтобы мы все вместе ходили, в Слове Божьем ходили, не позволим, чтобы дьявол нас отделял и действовал с нами. И я это говорю, духовные вещи. И это внутри тебя может произойти, и это может произойти в твоем сердце, и никто, кроме тебя, это может даже не знать. И очень часто мы приводим себя кое-как в церковь, и кое-как мы находимся в церкви. И ты можешь часто думать, что никто тебя не понимает, и в церкви нет единомышленников с тобою. Я хочу, чтобы мы понимали, ты не должен просто существовать в церкви, ты должен победить. И мы очень часто боимся, и Библия говорит, боящиеся, виновные, алкоголики, пьяницы, злоречивые, хищники, Царствие Божие не наследуют. Я также хочу добавить, те, кто занимаются самосожалением, разочарованные, соблазненные, также не будут иметь Царствие Божие. Сегодня время, чтобы ты был победителем. Время, чтобы ты рычал, как лев на дьявола. Время, чтобы ты встал на ноги и ударил ногой и понял, какие слова у тебя есть от Бога. Господь сделал тебя царем. Он сделал тебя священником в своей семье, в своем городе. Но ты очень часто смотришь на свои проблемы и не можешь подняться
выше своих проблем. Как курица приносит и отдают еду, чтобы они приносили яиц, их потом ловят и обрезают им головы, и из них варят суп. Но с орлами очень сложно так поступить, потому что он летает ввысь. Господь хочет, чтобы мы как орлы смотрели на небеса, но мы очень часто как курицы смотрим только перед своими ногами. И Господь говорит: подними свои глаза наверх и посмотри, какие цели, планы у меня есть для тебя. Но ты сидишь и смотришь на свои проблемы и не можешь поднять свои глаза наверх. Господь хочет тебя поднять, но ты прикрепился к этому миру и не хочешь отделиться, поэтому я хочу, чтобы ты был победителем. Когда ты смотришь на пол, ты смотришь только, видишь только свои проблемы. Для тебя твои проблемы такие большие. Но Господь говорит: если у тебя будет вера, как горчичное зерно, ты сможешь все победить. Ты сможешь передвинуть все горы, все проблемы, но ты даже не хочешь увидеть решение проблемы. И Господь приготовил для тебя слово, чтобы это слово пришло к тебе и поменяло все ситуации, но ты взял свои проблемы и стоишь как гора, не хочешь сдвинуться. И во время молитвы я увидел молодое вино в новые мехи. Давай будем новыми мехами для того, чтобы наполниться новым молодым вином для новой силы. Вот я, Господь, используй меня. Давайте перестанем смотреть на наши проблемы, будем смотреть на проблемы людей, будем переставать смотреть на наши проблемы. И у меня есть слово, чтобы помочь им выйти из этой ситуации. Сегодня время, чтобы бежать, чтобы побеждать, чтобы взять и посадить. Сегодня не время, чтобы мы разрешали дьяволу быть рядом с нами и чтобы он использовал нас. Сегодня время, чтобы Господь использовал нас в своем слове. Амен. Идем вперед. Я опять в молитве увидел несколько мест и хочу прочитать. Когда в своих проблемах, когда ты в самосожалении находишься, и ты думаешь, что никто тебя не понимает, ты думаешь, что все тебе обязаны, и ты думаешь, что только ты прав, а все остальные неправы. И это ключи, о которых я хочу говорить, чтобы ты поймал, это о тебе или нет. Если кто-то тебя видит с этой ситуацией, ты думаешь, он обязательно не прав. Может, он не прав, может, это не так, и может, надо смотреть с этой стороны, чтобы понимать, как Артур Симонян говорил, в 3D-формате надо все смотреть. И может быть, ты в действительности делаешь не все, что надо, и я хочу, чтобы мы стали сильнее. Когда мы обижены, все виноваты, кроме нас, мы начинаем всех обвинять. И я помню, один раз я ходил домой, и я плача говорил: «Господь, прошу, наполни меня любовью, чтобы я был в мире. Я хочу идти в мир». И знаете, когда ты открыт для своей семьи, семья начинает тебя обижать. И это нормально, когда в семье есть проблемы, но ненормально, когда эти проблемы остаются и не решаются. Нормально, когда муж с женой иногда ссорится, железо об железо точится. Но есть место, где ты должен меняться. И есть место, где ты, хоть ты и являешься мужчиной, но ты должен иногда свою жену слушать. Может, в действительности она права, и поэтому не обязательно, чтобы ты всегда был прав. Ты не Бог. Поймите, что Слово Божие существует, и которое показывает наши ошибки, которые мы должны исправлять. Библия говорит, что Слово Божие — это как зеркало, где мы смотримся и понимаем, что не так, и мы должны это в себе исправить. И ненормально, что когда мы приходим в церковь, и мы приходим обиженными, обиженными уходим, мы приходим с завистью, с завистью уходим. То есть мы не исцеляемся, не освобождаемся. Ненормально же, когда мы приходим в больницу, врач нам выписывает лекарства, и мы
Потом говорим, мы так и знали, что так и должно быть, эти лекарства, что у меня это болезнь. Мы должны прислушаться, чтобы потом Бог нам еще больнее не делал. Мы сегодня посмотрим места из Библии, чтобы мы понимали, кто мы есть. Я смотрел одно видео, где детеныш льва, который только-только начал ходить, и выпустили злых собак, и эти злые собаки, когда дошли до детеныша льва, и когда уже должны были на него наступить, они вдруг остановились. И я понял, что внутри них был страх, но они были очень большие злые собаки. И я думаю, насколько интересно, эти собаки как будто бы поняли, что перед ними хищник стоит. Правда, это был детеныш, незащищенный и слабые, но они поняли, что внутри него другой дух, другими словами можно сказать, живет. И знаете, мы львы, но очень часто мы себя чувствуем очень маленькими, незащищенными. Но дьявол, как хищник, нападает на тебя и понимает, что если он вырастет еще через 2-3 года, он решит мои проблемы. И он уже боится тебя с рождения, потому что Слово Божие говорит, я губами младенца сделаю оружие, и дьявол, ты уничтожишься. Ты уже опасен для дьявола, потому что ты родился. И дьявол уже тебя боится, а ты говоришь, ой, я хочу купить такую обувь. Конечно, ты хорошо делаешь, но есть лучшие дела. И не переживай, Господь позаботится о том, что тебе одевать, что есть и что пить. Господь тебя поднимет для других дел, для других планов, для других целей. Помни, сколько у тебя было обуви. Ты же ни разу не оставался без обуви и не останешься. Господь позаботится. Пойдемте дальше. Я вспомнил Марьяма и Аарона. Вроде бы у них было хорошее положение. Один был священником, другим пророком. Но почему-то начали говорить о Моисее. Его жена чернокожая. Какая тебе разница, кто у него жена? Зачем ты суешь свой нос не туда, куда надо? И что с того, что это твой брат? И знаете, Богу это не понравилось. Знаете, у нас есть очень часто позиция. Вот меня не замечают. И мы думаем, если кто-то должен был и искушаться, это Моисей, потому что он был сыном фараона. Он сидел в царском доме рядом с фараоном. Можно сказать, все богатства этого мира были в его руках. Он жил и ни о чем не заботился. И в один из дней в доме фараона произошел розыск, и он сбежал в пустыню. Другими словами, он прибежал к своим, и свои сказали, «Ты что, хочешь, чтобы мы нас из-за тебя убили?» И он сбежал в пустыню. И пустыня — это прекрасное место, где нам надо готовиться. И знаешь, может, ты сегодня тоже проходишь через пустыню, а сам думаешь, я потерял свое место. Я был дочерью фараона. Я пришел к своим, и вместо того, чтобы они сказали, о, ты наш спаситель, они говорят, ты хочешь нас убить. Я все, что делал, делал для них. Но они тоже меня не приняли. Значит, у Господа есть для тебя путь. Значит, Он тебя отделяет, чтобы с тобой говорить. Значит, Он на тебя отделяет, чтобы твое сердце использовать. И я думаю, какое интересное сердце было у Моисея. Он не обиделся и не искусился. Нет, он в пустыню пошел, женился, нашел себе женщину. И служил отцу дочери, отцу жене своей. И он пас овец. И знаете, это тоже нелегкое дело. Только этого запаха уже достаточно. И я думаю, почему он не обиделся? Почему он не сел и начал реветь? Почему меня никто не понимает? Никто меня не принимает? Давайте будем хотя бы чуть-чуть Моисеями. Пойдемте дальше. Обиженный человек, он всегда видит только себя, только мне, только я и только я, только мне. И знаете, я хочу, чтобы мы не были нацелены только на себя. Не только мы одни в этом мире. Сколько людей, которые хуже нас живут.
Մենակ սկսի քայլ անել։ Եկեք մեր կյանքը այդպես լինի։ Եկեք բաց լինենք Տիրոջ օրհնությունների համար, Տիրոջ խոսքի համար, նրա զորության կարողության համար, որ դրսևորվի մեզանում։ Գնացինք առաջ։ Я слышала от Рехарда Бонки, который говорит, если ты начнешь сам о себе жалеть, то собирай свои вещи и уходи отсюда, потому что ты не подходишь для дел Божьих. Если ты себя видишь в качестве жертвы, то ты не сможешь для Бога больше ничего делать, потому что твои руки и ноги дьявол уже связал. Он тебя уже обманул, и ты ему разрешил, чтобы он сел на твои плечи и не спускался. Я хочу, чтобы мы посмотрели на жизнь одного из наших героев. В Первом Царстве это написано. Его имя Давид. К Давиду пришел пророк Самуил, и его помазал и сказал, ты будешь царем. Меня поставили на это служение, я помазанный царь. И вдруг произошло так, что царю надо было, чтобы ему играли. И он играл для царя, он ел и пил салат царя, и вдруг меня помазали, я на своем месте. И Господь ему сразу же сказал, даже если ты так думаешь, посмотрю на тебя, царь. И царь рассердился и начал идти за Давида. И он говорит, Савл, я же помазанник, я после тебя должен быть царем. За кем ты идешь? И Давид сбежал в пустыню. И он даже не мог идти домой, чтобы его родители не убили. Представь свою проблему и представь, что царь страны, в которой ты живешь, хочет тебя убить. Тем более в этом технологическом мире, где везде есть камеры и могут тебя в любой момент найти. Царь хочет тебя убить. Давид, сходи, поплачь. Пожалей себя, какой я бедный человек, кто меня освободит. Но мы видим, что ему вообще все равно. Я помазанник, я царь. И что тут такого, что у меня нет царства? Господь мне сказал, я есть помазанник от Бога. Я Божий сын. И он бежит в пустыню. И посмотрим, кого он собрал среди себя. Первое царство, 22:2. И собрались к нему все притесненные и все должники. Все обиженники собрались, можно сказать, к Давиду. Все должники, они даже не могли свои долги покрыть. И все огорченные душою. Представляете, насколько проблемно с такими людьми работать. И сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек. Около Давида собрались все обиженные, должники, притесненные, все люди, которые были банком должны, все, кто были, сбежали из тюрьмы, собрались около Давида. Но Давид не сказал, я такой же, как и вы. Давайте вместе, чтобы никто нас не знал, где мы находимся. Посмотрим, когда этот Савл состарится, умрет, и мы выйдем отсюда. Нет, он их всех объединил. И когда мы читаем чуть позже, он по-другому пишет и говорит, сколько обиженных и огорченных, притесненных были рядом с Давидом. Нет, пишет, рядом с Давидом сильные люди. И начинает каждого говорить по имени. И один убил 3000 человек. И мы думаем, насколько же он был сильным. Хотя он был в бегах до этого. И знаешь, очень часто дьявол нас ставит под большое иго и говорит, видишь, тебя не оценили, видишь, и тебе так сказали, но ты очень ценен, ты бриллиант в Божьих руках, но не в руках дьявола. И Господь хочет тебя объединить, Господь хочет, чтобы ты был главой, Господь хочет, чтобы ты делал великие дела.
И сегодня поэтому мы собрались здесь. Дьявол хочет, чтобы мы разошлись, чтобы мы были одинокими овечками. Но Господь хочет, чтобы ты стал военачальником, чтобы ты не был в роли обиженника, а был в роли помазанника. Он хочет, чтобы ты был царем в его царстве, но ты опустил свою голову и ходишь в проблемах. Кто мне даст 1000 рублей? Никто. Ты сам будешь зарабатывать и отдавать другим. Амен. Пойдемте дальше. И мне очень нравится эта история. Они были притесненными людьми, но не остались притеснением. Они были покинутыми, но не остались там. И написано, что они сделали Давида царем, хотя они не были никому нужны. Но Господь их собрал и использовал для своего царства. Было несколько прокаженных, и они находились за городом. И город был в бедности и в голоде. И они не сказали: «Ой, не наши, нас не принимают, не врага». И они пошли во вражескую страну и уничтожили всех. 7 человек, которые никому не были нужны. Достаточно быть в Божьем плане, ты уже не прокаженный. Достаточно знать Божий план для своей жизни, и ты уже победитель. Но дьявол приносит все проблемы и показывает прямо перед твоими глазами. Ты не можешь взять пульт от телевизора, чтобы переключить. Что ты можешь сделать для Бога? Надо сказать: «Отойди от меня, сатана». Если Господь говорит, значит, так и будет, как Марьям сказала. Пусть будет по Божьей воле. Я не знаю, как это будет, но пусть будет. Господь отвел Давида в пустыню. Он его научил, наставлял, поднимал. И когда пришло время, он сказал: «Сейчас время, ты придешь и будешь царствовать моему народу. Только именно сейчас ты готов». Наши сестры готовят торты. Если раньше времени ты торт достанешь из духовки, что будет? Насколько бы красиво вы его не украшали, возможно, будет съесть этот торт. Наши братья делают шашлыки. Если раньше времени вы достанете мясо с огня, возможно, будет это мясо съесть? Нет, Кажа. Всему есть свое время. Если ты помазан, значит, у тебя есть время. Господь тебя готовит. Позволь ему тебя позволить. Не смотри на свою проблему, а смотри проблему так, что это время, когда тебя готовят. И скажи: это лучшее время в пустыне проводить время с Богом. И один еще такой был герой, его звали Иов. Этот Иов был очень интересным человеком. Он был очень богатым, и он был самым богатым. У него было 10 детей и 1 жена. Для тех времен это было очень сложно иметь 1 жену. И он за один день потерял 10 детей. И он за один день потерял все свое богатство, миллионы, миллиарды. Он был самым богатым человеком на земле. За один день он потерял уважение и статус. За один день он потерял все. И я прочитал всю книгу для того, чтобы проповедовать сегодня. И все его лучшие друзья его, можно сказать, ввели в грязь. Что угодно они ему сказали, до того уровня, что он начал проклинать свой день рождения. У него была одна верная жена, и эта жена пришла и сказала: «Прокляни своего Господа и умри». И я думаю: «Иов, из какого материала ты создан? Почему ты не разочаровался? Почему ты не занимаешься самосожалением? Почему ты не говоришь: никто меня не понимает?» Я никому не нужен. И самое больное то в жизни Иова, что он молился, и Господь с ним не говорил. И самое страшное было это в его жизни. Но давайте прочитаем его слова. Иов 23, с 1 стиха.
Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. Когда каждому ты сделаешь радость, написано, что все придет к тебе. О, если бы я знал, где его найти, его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Это ключи, как нам быть исцеленными, как стать на ноги. Здесь отношения нужны с Богом и иметь Бога в своем сердце. Нужно отдалить от себя беззаконие, самосожаление и все-все остальное, все то, что не от Бога. Господь не пришел нас сюда, чтобы унизить. Нет, наоборот, написано, Он собрал всех беззаконников, чтобы унизить умных, и которые себя считают правильными. И еще также хочу прочитать следующее место Писания, 27 стих. «Что такое ли еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих? Не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи». Другими словами, он говорит, пока я живу, пока я дышу, из моих уст не должно выйти ни одной лжи. Пока Господь разрешил, чтобы я дышал, из моих уст ничего плохого не выйдет. И я думаю, вот почему Богу нравился Иов. Почему он говорил, что нет такого, как Иов, и он гордился им, потому что у него было решение, что из моих уст ничего плохого не выйдет, пока я на этой земле дышу. Я ничего плохого не скажу. Я буду во всем видеть хорошее. И я видел одно видео новогоднее. Одна мама перед под елкой поставила подарки для своих детей, мальчик и девочка. Они открыли эти подарки радостные. И вы бы видели выражение лица этой девочки. Там была кукуруза с банкой, горох и много чего такого. И вы бы видели эту девочку, ее разочарование. Что это такое? Как она разговаривала с мамой, в каком тоне. И потом мама разговаривала с сыном. Сын открыл, уже горох кушал. И ел кукурузу, и она говорила, ты доволен? Он говорил, я очень. И я думаю, какой это ребенок, что за чудесный малыш. И знаете, очень часто Господь нас испытывает, если Он что-то дает, и как наши отношения. В малом будешь верен, дастся тебе больше, Бог говорит, но мы сразу же хотим много. Ты не сможешь использовать это малое, но если ты будешь использовать это малое, то будешь понимать и знать, как много использовать. Начинай уже с того, чтобы из твоих уст не выходили плохие слова. Говори, пока Господь разрешает, чтобы я дыхал и выдыхал, я ничего плохого не буду говорить ни в отношении своего мужа, ни в отношении своих детей, ни в отношении своих коллег и этого города, потому что устами праведника город поднимается. И перестань говорить все плохое. Давайте похлопаем нашему Богу богов. И я знаю, что вы очень хорошие, но на самом деле это надо. И я знаю, что наши сердца идеальные, но мы все должны исправить, все, что в нас есть. И есть еще один герой, над которым я удивляюсь, его зовут Иосиф. И он был любимчиком семьи. Он был замечательным ребенком. И, конечно же, его немножко избаловали. Его избаловал его отец и также Господь. И
Господь сказал: «Иосиф, ты мне нравишься, давай я тебе открою одну тайну». И он увидел эту тайну через сны, и он видел, что ему все поклоняются. И он настолько обрадовался этому сну, и он сказал себе: «Вы все будете поклоняться мне, я буду царем, главой этого дома, вы все поклонитесь передо мной». И все члены семьи начали на него обижаться, и братья его хотели убить. Но вместо этого хорошо, что этого не произошло, они продали его. И план Божий начался в его жизни. И я думаю, вместо того, чтобы разочароваться, вместо того, чтобы пойти в мир и сказать: «Господь, до того, как прийти к Тебе, у меня все было хорошо. Как только Ты поговорил со мной, как только показал мне сон, начались проблемы. Это мне надо было? Меня продали, и я стал рабом. Это был Твой большой план для моей жизни. Я думал, что я буду царем, а я стал рабом». Очень часто Божий план такой. И иногда, когда Господь хочет тебя поднять, Он хочет как дерево тебя опустить корням. И когда Он тебя опускает, Он тебя держит, чтобы тебя ветер не смог причинить вреда. И именно сегодня тот день, когда твои корни должны стать сильнее, больше. Сегодня тот день, когда твои корни должны становиться сильнее в Божьем плане, в Божьем деле. И потом я думаю, вроде бы как повезло Иосифу, и он попал в дом, и, наверное, он открыл глаза царя. И он сказал: «Через этого Давида мой дом благословляется. Он хороший работник. Я буду ему давать больше премии, больше зарплаты. Буду делать все, чтобы ему было лучше». Все поднимаются в 6 часов, просыпаются в 6 часов. Ты можешь просыпаться в 6:10. И он дал ему больше привилегий. И написано, что насколько только много он дал ему привилегии, и что кроме того, что он знал, что он ест, больше ни о чем он не заботился, и только о своей жене. И вроде как все у него было хорошо. И в этот момент Иосиф подумал, что Господь верен в Своем Слове. Все мне поклоняются, и вся прислуга меня даже слушается. И в этот момент что случилось? Жена его начальника решила себя повести плохо. И наш Иосиф попал в тюрьму. И в тюрьме холодно, темно. И в те времена тюрьмы были не такие, как сейчас. И не говорили, что 1 или 2 года посидишь и выйдешь. Если ты в тюрьме, то ты сидишь там до конца своей жизни. И я думаю, и почему Иосиф не разочаровался и не сказал: «Господь, а что сейчас? Что ты сейчас хочешь мне пояснить? Ладно, этот человек был мне как отец. Он все мне доверил. Для чего?» И не видишь самосожаления, не видим, чтобы он хотя бы как-то обиделся на Бога. Нет, мы видим, что даже в тюрьме он сражался, он знал, кто он, и он помнил свой сон. И тюремщик все дал ему в руки, и он стал помощником тюремщика. Сколько его убивали, он не умирал. Сколько его хотели убить, он не умирал. И Господь сказал: «Сейчас ты готов, ты простил своих братьев, сейчас твой сон исполнится. Все это время я тебя пробовал, все это время я тебя отрезал от тебя все ненужное. А сейчас ты будешь вторым человеком в мире». И так и произошло. А мы во время сложности говорим: «О, Господь!» Но Господь говорит: «Ты мне нужен, я с тобой работаю».
Не сегодня твой день. Ты еще через это должен начать проходить. В пустыне научись смотреть на облако и на горящий огонь. Научись ходить, чтобы я тебя провел в землю ханайскую, чтобы ты не потерял свою голову. Еще нашел одного героя нашего. Это наш царь, Иисус Христос. 5 минут буквально еще осталось. И я думаю, насколько интересным был личностью Иисус Христос. Он пришел, у него была хорошая семья, уважение, работа хорошая. И вдруг начал служить людям. И начал свою жизнь отдавать людям, больным. Начал служить, собрал группу. И поднимал эту группу. И ходил 3 года с ними. И они увидели очень великие чудеса, и увидели, что их, тот, кто их сопровождает, слышит голос Божий. И поняли, что этот человек — это миссия. Он пришел их спасти. И когда все соблазнялись, он сказал, «Вы тоже соблазнитесь». На что тебе ответили, «Как соблазняться? У тебя есть слово жизни. Ты вечность нас ведешь. Как мы можем тебя оставить?» И начало вечности началось в жизни. И давайте прочитаем Марка 14:50. «Тогда, оставив его, все бежали». Хоть он рыбы стало много, хлеба стало много, по воде ходили, они увидели очень много чудес, прокаженные исцелились, и они все видели и точно знали, что это 100% он. И все сбежали, все. И он остался один. Как во время 44-дневной войны этот солдат остался один, и его крестили. И самое ужасное, что было на кресте, это то, что самое ужасное. Не то, что его ударили меньше на один раз, 40 раз ударили. Не то, что ему вместо воды дали уксус. Не то, что в него плюнули. Не то, что его били и говорили, угадай, кто тебя бьет. И не все это, а самое ужасное это было то. В следующем писании говорится, в 9-м числу воззопил Иисус громким голосом, «Элои, Элои, лама савахвани», что значит, Боже мой, для чего ты меня оставил? И мы все понимаем, и мы все думаем, что мы оставлены, что во время сложностей нас Господь покинул, но Он говорит, «Почему ты меня оставил?» В действительности он реально пережил это, когда отец оставил сына, когда он пришел исполнить волю отца, и он понял, что отец его оставил. Это самое страшное на кресте было. Попробуй одну минуту понять. Он пришел исполнить волю Отца, и Он полностью его исполнил. И на кресте он остался полностью один. И отец его оставил сына своего. Когда солдат увидел отца, когда умер, и он сказал ему, «Я вырос один», Иисус ему ответил, «Ты никогда не был один, я всегда был с тобой». Иисус сказал, «Я не оставлю вас одних, потому что я отправлю свой Дух к вам, и до конца мира всего Он будет с вами. Божий Дух с нами, чтобы мы не были оставленными, покинутыми, потому что Он остался на кресте один, и Он знает твои боли и твои проблемы, и Он никогда не позволит, чтобы ты был один. Он пошел, Он пережил это одиночество, и Он понимает, что ты не можешь оставаться, и Он хочет, чтобы мы никогда не оставались одними. Сегодня время, чтобы ты видел Духа Святого в своей жизни. Сегодня время, чтобы ты пережил Иисуса. Иногда есть видео, когда люди проходят и говорят, «Я один, Господь не со мной», и
я прохожу все сложности один, и показывает видео, как человек переходит через все трудности, и Бог его держит. Но очень часто дьявол закрывает наши глаза, чтобы мы не видели все чудеса, которые Бог творит, чтобы мы не видели славу Божию в нашей жизни. И очень часто мы не замечаем, как на конфете, которую мы берем, написано «Не бойся». Несколько лет, несколько недель до этого люди работали, работали, чтобы люди проезжали этот путь, приходили, и чтобы ты увидел это слово, которое Господь тебе отправил, не бойся. А мы думаем, ой, получилось. Но мы не замечаем, что это Божье чудо, что над этим работало очень много людей, что это был в действительности план Божий. И Господь хочет, чтобы мы как орлы летали и ввысь летали и видели Божий план. И мы видели, что Господь для нас с тобой приготовил. Пойдемте дальше. Еще. И я взял еще одного героя. И этот герой, чтобы не говорили, что он пришел через Ветхого Завета и закончил Иисуса. Нет, я хочу, чтобы вы видели, что это уже ты, что это уже после Иисуса. И это уже написано в Деяниях и после Деяний. 2 Тимофея 4:16. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили». Это говорит Павел. «Да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовествие, и услышали все язычники, и я избавился и львиных челюстей». Господь стал рядом со мной, чтобы язычники услышали, чтобы я Библию рассказал до краев земли. Сегодня Господь переводит тебя по одному пути, а ты говоришь, я один. Господь тебе сегодня хочет показать, что ты не один. Он с тобой. Он хочет тебя научить и наставлять, но ты почему-то слышишь вранье дьявола и сидишь в самосожалении. Ты видишь себя в качестве жертвы, но ты лев и ты хищник. И Господь сказал, я тебя вас сделаю ловцами людей. Но мы сидим и говорим, кто нас освободит от этого мира нечестивого. Господь тебя уже освободил. Уже начни на себя смотреть другими глазами. Начни себя видеть как царя, как Божьего помощника. Начни уже видеть себя так, как тебе хочет видеть Библия, что ты его наследник и ты победитель. И когда я несколько дней назад молился на эту тему, для меня стало ясно. И Господь мне как бы сказал, какие у тебя есть проблемы? У тебя есть финансовые проблемы, если Божьи пути золото, если двери все в Божий дом сотворены из драгоценных камней, какие у тебя есть проблемы? Вы когда-нибудь задумывались? Мы иногда приходим и говорим, папочка, нам нужен телефон 100 тысяч рублей. Для чего? Для того, чтобы купить телефон. Он говорит, я не дам тебе. И знаете, мы иногда заходим в проблемы, и Господь хочет, чтобы мы вышли из этих проблем новыми, новых мехах, с новым вином, чтобы мы наполнялись. А мы идем все к своим старым проблемам и думаем о одном и том же. Господь говорит, я тебя хочу наполнить новым. Двигайся вперед. Разреши, чтобы Господь двигался.